Hey, всем привет, меня зовут Анна Сомна. В этом видео я вам покажу, как я наношу это лицо на свое лицо. Я не говорю на этом видео, потому что я просто наношу продукты на свое лицо, и мне кажется, вы это будете делать именно так же, как вы это умеете делать. Логично, да? Да. Я такой человек в этом плане, что я считаю, что пигмент — это пигмент. Не обращайте внимания на ветер, у меня открыто окно, и я наслаждаюсь воздухом свежим. Также в этом видео вы будете видеть, как у меня снимаются очки, одеваются очки, и это потому, что я таких видео не записываю никогда. Плюс я слепой парень, вы это все знаете прекрасно, у меня очки для зрения, у меня минус 3, мать твою. И мне нужно видеть, что я делаю, поэтому не судите меня строго. Если у вас есть какие-то предложения или какие-нибудь про-типы для меня в будущем в записании видео по макияжу, я буду весьма благодарен услышать ваши комментарии внизу. Все продукты, которые я использую, я показываю в видео. Вот эта вещь у меня стерлась, но это консилер от Collection, по-моему, да, номер один Fair. Весь макияж, который я использую в этом видео, он cruelty free, что меня это делает счастливой, не знаю, как вас. И я искренне надеюсь, что вам понравится это видео, потому что мне нравится сидеть и носить что-то такое в этом плане. Потому что мне кажется, если вам понравится это видео, то в будущем мы можем сделать что-нибудь типа Get Ready With Me, где видео будет немного более, наверное, разговорное. Я знаю, что вам это нравится. Но это я скорее хотела сделать такой basic-овый просто туториал, потому что мне кажется, с чего-то нужно начать с простого. По крайней мере, я так считаю, для себя лично, чтобы как-то прочувствовать свою комфортную зону, грубо говоря. Я завсегда экспериментирую с контентом, и мне очень нравится носить макияж. Я в это влилась, наверное, за последние годы, 2016 год. Может быть, что-то для меня есть нормальное, для вас это ненормальное. И наоборот, да, то есть у нас у всех разный point of view, разное видение реальности. Не так ли, дамы и господа? Поэтому этот мир такой прекрасный. Потому что мы все думаем, чувствуем и видим по-разному. И мне кажется, это потрясающе, что люди хотят делиться своим видением. Это то, что расширяет мой кругозор всегда. Я всегда рада слышать ваши комментарии. И мы с вами увидимся в следующем. Так что это интро и аутро в одном. Я так раньше никогда не делала. Это эксперименты. Эксперименты. И все. Спасибо большое за просмотр. Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with all your heart.
Missing someone.